Здравствуйте, уважаемые зрители. Еще одно короткое видео про сербскую резину Тигар. То есть изделие Тигара под именем Ориум. Я ее уже имею и еду на ней 2 месяца почти. Ну, как-то так. И я очень доволен, как она ведет себя на дороге. Я ехал максимально 180 за это время. И она вообще держит дорогу. Никаких проблем нет. И я очень доволен. Когда купили ее, это была последняя партия с прошлого года. С прошлогодним ценам. Получилось где-то 45-46 долларов за штуку. Я не знаю, какая цена у вас. Но сейчас все резины подорожали. Сейчас попробую показать с этой стороны глубину протектора. То ли видно, то ли нет. Сейчас, секунду. Я извиняюсь. Вот. Я очень доволен. Сейчас у нас днем идет температура до... Посмотрите, небо красивое. И температура днем идет до 32-33 градуса. Сегодня вот как держу машину здесь на работе. Скрыл от солнца. Так что вообще на солнце стоять невозможно, то на солнце будет более 40 градусов. Сразу потеешь и жарко становится. Так что, если у вас сомневание, то не надо быть. Резина очень хорошая для лета. Держит, идет, тормозит замечательно. Вообще в поворотах нет никаких, не свистит вообще, не скользкая. И я ее рекомендую, кто еще сомневается. Очень хорошая цена, вот так. Даже получилось дешевле, чем Viati Strada Asimmetrico, которая сейчас здесь стоит 65 долларов за штуку. Вот так. А Тигар намного, намного мягче, чем Viati. Вот. Всем добро. Кто еще не подписался, пожалуйста. Если вам понравилось, ставите лайки. Пишите ваши впечатления этой резины, если она у вас есть. Или пишите ваши вопросы. И я вам могу сделать еще видео, то, что вам надо про эту резину. Спасибо большое. Пока.